Смотрите, Анечка начинает по одному слову, ну или фразе благодарности. Я благодарю за сына. За дочь. Да, Анна, это вы... Я благодарю за семью. Кстати, повторяться запрещено. За сын, семья, сын. Что, мы благодарим за новые знакомства, за новых людей, за доброе отношение. За наших классных соседей. Да, спасибо. А я благодарю за этот год в Америке. Да, а я за этот день. Я за новых знакомых. Я благодарю за моих сестричек. Я благодарю за мою будущую. Хорошо, что сегодня дала нам посидеть. Еще не наш. Благодарю за яркую жизнь и много интересных событий в ней. Я за работу благодарю. Я благодарен за наше общество и за возможности, в которых мы сейчас живем. И благодарим Господь тебя за все, что ты нам даешь. Благодарим за эту пищу. Благослови, пожалуйста, наше общение, наше комьюнити и всех наших соседей. Благослови нас всех во имя Иисуса Христа. И все, если вы согласны, скажите аминь. Аминь. Задача происходит следующим. Людям дано указание написать 7 качеств о себе. И так, чтобы не выдавая о себе. Не выдавая о себе лично, так, чтобы не было понятно. И сейчас мы будем зачитывать и узнавать, кто же, кто есть кто. Итак, бросаем шапочку. Toyota 2X. 2X2. Умножить на 2. Две Toyota. World of the Tanks. Любитель поиграть. Танчики. Костя. Drive to RU. The drive to Russia. RU, не знаю. RU. Воспитанный. Воспитанный? Воспынчивый. Воспитанный не про меня. Воспынчивый. Скрытность. О ком речь? Две Toyota, как Константин. Умеет вязать и очень вкусно готовит. Любит иногда пить кофе в Starbucks и гулять со мной по вечерам. Прекрасная мама, великолепная жена. Добрая и гостеприимная. И красночек. Все, давайте, игра окончена. Я бы... переступил бы к сладостям, хотя у нас такая неофициальная, торта у нас нету, но у нас есть. У нас пирог есть. Да? Да. 1, 2, 3. Когда ваш номерок, мы начинаем с одного. Первый идет, выбирает любой подарок. Он может его послушать, навес попробовать, но не смотреть. Там звука нет. Почему? Ну да, вы, то есть, примерно. А, то есть не трогаем, просто выбираем. Можно выходить? Нет, трогать нельзя. Аня, свободная страна. Нельзя. Можно делать, что хочешь. Открывать нельзя. Цветок участвует в розыгрыше? Я помню, что я открываю. Нет, это Аня на драгоценность. Итак, вы выбираете подарок. Здесь. Вы его открываете при всех. Везде честно. И радуйтесь. Второй человек, у которого цифра 2. У него есть возможность либо открывать новый запечатанный подарок, либо забрать подарок у того, кто только что открыл. Первый подарок.
Трейдер Джоус, кстати, сегодня тебе рекламировали его. Второй подарок, я надеюсь, то есть кто будет открывать, не смотрите, но ты-то что-то возможно увидишь. Набор фасоли. Чего у тебя подарок? Шоколад. Пятый подарок. И шестой. Пятый подарок, пятый. Лео, какой ты хочешь подарок, Лео? Конфеты. Логично. Какой тебе нравится? А что там? Паре кассета. А вы голову там будете выбирать? Ну да. У нас номер один. По тяжести, наверное. Тоже у них несколько. Итак, узнаем, от кого этот подарок. Друзья дорогие, от кого? От трейдера Джоуса. От кого что внутри? Ну мы сейчас узнаем, а от кого сначала? А никто не знает, кто. Сдавай здесь, друзья. Кто подкинул? Итак, открываем. Красота. Шоколад. А ты говорил без шоколада. Очень круто. Вот тебе шоколад. Вы что, рассыпной? Как называется? Сказочная такая корзинка. Конфетница. И самый крутой шоколад. Целая плита. Это шоколад. Макс, ты говорил. Где ты взял такой шоколад? А где ты, что это у тебя? Это трачок. Трачок? А покажи, что здесь нарисовано? Это снеговик. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Это сюда бросай. На недельку потом поиграй. Давай спросим родителей. Итак, здесь побывали детки. Сразу видно, что у Лео в комнате crazy. Происходит просто craziness. Спасибо, Вика, что собрала. Вот забыла и Миннесоту. А вот еще целых два пазла. Итак, прошел наш Thanksgiving праздник. Тебе понравился праздник? Понравился. Детки, это куитка, а Настя. И Настя, и Вика, и Саша, и Демьян, и девочка Маша. Кто еще? Еще много деток играли с тобой в детской комнате, да? А там игра. А где твоя шоколадная конфетка на полочке? Ну, большой, а дюмаковка, ванну красную надо сосить. Снеговика, ты съел снеговика. Снеговика, конфетка на полочке. Да. Ну все, Лео, наш уже ночь. Уже конкретно сколько поздно? 11:00. Прощаемся со всеми. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Это впервые в жизни мы сделали День Благодарения в нашем... Ну, именно у нас. Так, чтобы... Грязная комната, извините. Ну, короче... И турочку или индюшка мы сделали впервые в жизни, да, Лео? Да. Всем прощаемся. Спокойной ночи. И мама тоже спокойной ночи. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.